Ветераны футбольного клуба «Оптимист» очередной раз доказали молодежи, что здоровый образ жизни – это полезно. Сегодня собрались ветераны спорта, ветераны любимого своего спорта – это футбол. Многие из них играли за команды Краснодарского края, представляли муниципальные команды. И тот запал, который они сегодня демонстрировали, ту игру профессиональную, я хочу сказать, я получил большое удовольствие. Игра была зрелищная и запоминающейся. Такие красивые голы могут забивать только настоящие фанаты своего дела. Я являюсь председателем правления футбольного этого клуба «Оптимист», в который вы видели игру. Вот. У нас численность у нас более 50 человек, у нас два клуба, «Оптимист-1», «Оптимист-2». Объединяет он людей разного возраста, разных профессий. Николай Карлов, Евгений Игнатов, Владимир Смоглюк и многие другие игроки клуба «Оптимист» собираются каждый месяц, чтобы поиграть в футбол и вспомнить молодые годы. Создание нашего клуба «Оптимиста» началось в 79-80 год. Собирались ребята стихийно. На старом стадионе, в уголочке, где там кусочек был травки такой. И там мы постоянно вечерком катали мячик, играли, как говорится, в дыр-дыр. Постепенно игроки, которые уже не играли за сборную города, уходили в сторону. Вот такими они были 30 лет назад и почти не изменились. Физические нагрузки и любимое дело творят чудеса. Если вдруг я пропускаю какую-то игру, я чувствую себя просто больным, обделенным. Считаю, что остальные члены также поддержат меня. Члены клуба верны названию своего спортивного сообщества, смотрят в жизнь с оптимизмом и говорят: «Приходите и радуйтесь вместе с нами футболу, солнцу, морю и жизни».